Могли бы подсказать, можно ли убрать плоскостопие ребенку 13 лет? Заранее благодарю. Необходимо, плоскостопие можно убрать таким нетрадиционным способом. Необходимо центр живота обмотать широкой лентой ребенку так, чтобы он 1-2 часа носил, то есть вот так живот торчит и посередине широкой лентой обматывается, на чуть-чуть сжимая его живот, как бы смещаем. И 1-2 часа в течение дня ребенок должен носить такую широкую эластичную ленту или бинт, потом снимать. За это время ребенок похудеет, а время это 3 месяца, похудеет, и у него исчезнет плоскостопие. Все это время нужно устранить употребление в большом количестве мясной пищи и обязательно убрать сладости.